Если ты окрашиваешь волосы впервые или прошло хотя бы 3 месяца с последнего окрашивания, следуй инструкциям. Раздели волосы на несколько частей и закрепи пластиковыми зажимами для волос. Нанеси краску цвет эксперт. Сначала на корни, затем распредели по всей длине волос. Окрашивающий крем-гель способствует легкому расчесыванию и хорошо впитывается в волосы. Руками или кисточкой цвет эксперт распредели оставшуюся краску по длине волос. Раздели и аккуратно помассируй пряди. Двигайся от фронтальной части головы к затылку, прокрашивая отдельные локоны, пока все волосы не будут покрыты краской. Используй зеркало, чтобы убедиться, что краска равномерно распределена по волосам. Оставь краску впитываться на 30 минут. Если твои волосы устойчивы к окрашиванию, или если у тебя много седых волос, оставь краску на 35 минут. Не беспокойся, если краска на волосах будет темнеть. Это часть процесса окрашивания и означает, что цвет впитывается. По истечении указанного времени смочи волосы теплой водой и слегка помассируй, чтобы продукт превратился в эмульсию. Тщательно промой волосы теплой водой, пока она не станет прозрачной, и подсуши волосы полотенцем. Равномерно распредели ухаживающий бальзам по подсушенным волосам и аккуратно помассируй. Пальцами или расческой с редкими зубчиками расчеши волосы, пока бальзам остается на волосах. Оставь на 2-3 минуты и тщательно смой теплой водой. Важно ухаживать за волосами после окрашивания, чтобы они выглядели здоровыми и сияющими. Чтобы цвет не потускнел под воздействием УФ-лучей, используй средства для окрашенных и эмилированных волос из серии «Эксперт защита цвета», подходящие для ежедневного использования.